мы с мамой пошли за грибами. И вот мама удивлена. Чего это здесь такое? Смотрим. Вот растут. Растут голубчики. Вот они. Какие красавцы. О, беленькие. Прям красавцы. Вон и все. А вон дальше присмотреть. Еще можно найти. Мам, ты чего там? Мама уже тут что-то рядом. Тут чешут. Ходили-ходили, ничего не было. А вдруг, а я тут только вот нашел, еще тут грибы какие-то растут. Во. Все вроде как они. Подожди, не режь. Я их сфотографирую. Во. И как на порядок быстро. Во. Подожди, не ходи. Во. Дальше смотрим. Вот еще. Красавец. Как на подбор. Вот. Прям глаза разбегаются. Ладно, буду я их фотографировать тоже. А эти голубчики спрятались в чернике. О, три штучки. Вот сразу. Раз. Два. Там он третий есть, погоди. Обрезать, конечно, буду. Все. Ну вот. Теперь пойдем наполнять свою корзинку. Тогда, ну надо их срезать, конечно. Все. Кончаю снимать, надо делом заниматься. А вот еще один голубчик. Ну какой симпатявый. Да. Эх, красавец. Да. Прямо это сказка, а не гриб. Вот мы нашли грибочки. Два беленьких. Тут еще какой-то беленький растет. А вон еще беленький растет. И так можно по кругу водить. Ну, вроде вот так. Нет, не видит. Вот так интересно с ним. Так вот ты сейчас собираешь. А вон Зоя еще что-то нашла. Подожди, я иду к тебе. А ты убери корзинку, там, кажется, стоит больше. Вот как он, да. Ой, тут еще.
Все. Да. Все. Закидал, спрятал и пошло. Пошли дальше искать. Нашла такая редиска. Ну. А где еще один? Маленький. Не вижу. Где вот? Сейчас покажу. А, маленький-то. Ну ты там фет не собирай, оставь соседям. Да. А я тоже гриб нашел, вот какой. Да, ну по-моему только деревешки. О, такой грибок. Вот он грибок. Я его цоп срезал. Очень хороший. В корзиночку его убрали, все. Уже класть некуда. Вот. Зоя опять вроде что-то нашла. Мне уже в корзину не улезает-то. Все, стоит, давай, лес. Нету, нет. Ты ушиши. Куда? Так, глаза. Сколько там на одном месте? А? Сколько? Шесть грибов на одном месте. Корзинки маленькие, классные кутов. Ищем беленький грибочек. И вот сейчас нашли. Вот два. Вот тут если пройти рядом. Еще. Вот два беленьких. Сейчас поднимем у храмовых. Вот это интересно. Тот, кто здесь ходил. И вот опять нашел. Продолжаем искать грибочки. Вот этот вот. Вот мухоморчик. Да. А вот тут что такое? О.
Кляпку торчит. Беленький, блядь. Беленький, да. Ну вот и ведем. Пенек. Елочки. Тут, блядь, совсем красавец. Ванны на болоте ходим, клюкву ищем, клюкву практически мало-мало. В том году было завались, а сейчас ничего не ходим по ягодке и овощи шиповые. Вчера бетончик взяли, а сегодня донышко только закрыли, пока одну треть. Когда это ты успел? Ты место нашла, а почему я не нашел? Вот мы с детства вчера не находили помещение. Знаю. Ну там знак воткнул. А я без знаков собираю. Сел на кочку, так хорошо. Подожду, пока ты бетончик наберешь. Пойдем грибы искать. Так вот бродим в поисках клюкву. Не видно, солнце еще в глаза. Но вообще в этом краю мало всегда было. Она покрупнее, но ее искать труднее. Да, в том году слой был глубиной 20 сантиметров. Комбайном черпнешь литр, как рассказываю. А в этом нет. Жара была 2 месяца. Все болото высушил. Дожди шли 2 недели или 3. Болото не промочили. Мы с Зоей Ивановной набрали грибочков. Тьфу, и набрали мы клюковки, бетончик. Могу, так сказать, показать, где вот он бетончик, да? Угу. Вот он наш бетончик, я не знаю, видно там, нет? Вот. Ванна моя, так сказать, собравшая эту клюковку. Ну, лицо-то покажи, Гель, сюда, личико-то. Как ты доволен? Ну-ка, я не вижу радости. Тень надо вот на солнышко личико-то, вот. Ну, что ты? Все. Ну, вот, ну, короче... Наше настроение вроде поднимается, когда мы ходим за клюквой. По дороге мы и грибы находим белые. Оказывается, они тут с буреломи растут. Никто бы не ожидал. Только ножки видим там срезанные. Ну и самим достается кое-чего. Так что уря. Ну вот и все. Вот сходили по клюкву, набрали бетончик. Ну и грибочками бог не обидел. Вот. Набрали тоже. Очень приятно.